40-летняя Виктория Бонни встретила 2020 год в Западной Африке. В Гане телеведущая повеселилась без 7-летней дочери Анджелины. Инстадива призналась, что на этот раз девочка захотела провести праздник с отцом Александром Смёрфитом. Бывшим возлюбленным удалось мирно решить вопрос об опеке над дочерью. Теперь малышка живет с мамой, но может видеться с папой в любое время. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» рассказала поклонникам, что уже давно не встречала Новый год там, где холодно. Она вспомнила, что в прошлом году была в Таиланде, а до этого несколько лет подряд отдыхала в Эмиратах. Теледива пообещала себе, что в следующем году она обязательно проведет праздник среди снега. «Соберу всех и поеду в снег», — поделилась планами Виктория. Звезда поделилась и фрагментами своих первых дней 2020 года. Она наслаждается местным колоритом и прогулками по городу. Рождество Виктория Бонни провела в Монако. Ранее она пожаловалась на магазины в Лондоне. Звезда пересела в эконом-класс и не видит в этом ничего позорного.